Простое руководство по дресс-кодам на любой случай в жизни. Смокинг или черный галстук. Это самый формальный дресс-код, на который вам посчастливилось попасть. Много деталей, на которые следует обратить внимание. У смокинга пиджак и брюки сделаны из шерсти. Лацканы сделаны из атласа или шелка. Стоит избегать смокингов с пазиками, вырезами на лацканах. Такие вырезы характерны костюмам и обычным пиджакам. Выбирайте классический воротник или лацканы со стрелочками. Брюки должны быть пошиты из того же материала, что и пиджак. У них обычно есть атласовый или шелковый пояс. Также полоска из того же материала идет вдоль штанины. Брюки от смокинга не имеют петель для ремня. У них будут пуговицы или ремешок для подтяжек. Талию прикрывать поясом, камербандом или жилетом. Если вы выбираете камербанд, то необходимо, чтобы складки шли вверх. Также для смокинга необходима специальная рубашка, у которой вместо пуговиц будут заклепки. Они придают более изящный вид. Простые черные с серебряным заклепки прекрасно подойдут для старта. У рубашки также будут манжеты, которым необходимы запонки. Для начала можно попробовать не слишком броские запонки. У рубашки может быть узкий, широкий или открытый воротник. Рубашка должна быть белой. Не надевайте черный галстук со смокингом. Правильный выбор – это черная бабочка. Старайтесь не надевать бабочку на резинке, так как она выглядит неряшливо и безжизненно. Научитесь самостоятельно завязывать бабочку. Гораздо лучше. Наведите лоск простым белым карманным платком. Используйте просто президентский изгиб. Технически дресс-код черный галстук не предусматривает часы. Но вы можете обойти это правило, если выберете простые нарядные часы с белым циферблатом и темным ремешке. Надевайте черные носки и черные оксфордские или оперные туфли. Обязательно наведите на них блеск. Будь крутым как 007. Дополнение к черному галстуку. Этот дресс-код означает, что предпочтительнее всего черный смокинг. Если у вас нет его или вы планируете взять в аренду, то можете просто надеть костюм темных цветов. Главное следить, чтобы все было сбалансировано и выглядело консервативно. Вы готовы? Бизнес. Формальный бизнес-дресс-код. Состоит из стандартного консервативного темного костюма. Самые лучшие цвета – это темно-серый или темно-синий. Запомните, костюм – это пиджак и брюки, пошитые из одной ткани. Удерживайте брюки при помощи подтяжек или строгим ремнем. Простая белая рубашка будет самой формальной опцией. Светло-голубая рубашка тоже подойдет. Даже можно попробовать ненавязчивые паттерны. Двойные манжеты являются самыми распространенными, но вы также можете выбрать французские манжеты с запонками. Выбирайте темный приглушенный галстук. Придерживайтесь одного цвета или незаметных повторяющихся рисунков. Полоски тоже допускаются. Можно надеть несколько простых аксессуаров. Вы точно не ошибетесь, если используете обычный белый карманный платок. Президентский изгиб идеально подходит под бизнес-дресс-код. Костюмные часы с простым и понятным дизайном подчеркнут ваш наряд. Надевайте темные носки, которые не будут привлекать внимание. Оксфорды – это отличный выбор. Возьмите себе пару черных или темно-коричневых. Выглядишь на миллион. Дресс-код бизнес-кэжуал.
В этом стиле все становится более гибким. Более формально выглядит синий пиджак, надетый вместе с отличающимися брюками и ярким галстуком. Популярный выбор – это серые шерстяные брюки, так же, как и хаки-слаксы. Красивый ремень является лучшей опцией для этого стиля. Можно не надевать галстук, а просто подобрать себе хороший пиджак. Или же не надевать пиджак, а вместо него надеть свитер с V-вырезом. В бизнес-кэжуал у вас есть еще опции. Можно просто надевать рубашку без ничего. Вы можете свободно использовать различные цвета и рисунки. Как на пиджаке, так и на рубашке. Вы свободны экспериментировать и с галстуком тоже. Также не забывайте использовать карманные платки с различными рисунками и цветами, а также способы складывать платки. Попробуйте различные стили часов. Хронограф отлично подойдет для бизнес-кэжуал стиля. Также можно повеселиться со стилем носков. Но, конечно, можно придерживаться классики, если пожелаете. Добавьте пикантности вашим шнуркам, надевая темно-коричневые броги. Наслаждайтесь! Кэжуал или повседневный? Несмотря на то, что кэжуал не имеет такие же правила, как и остальные дресс-коды, это не означает, что вы можете выглядеть небрежно. Попробуйте надеть кэжуал-рубашку. Надевайте красивый свитер или хенли. Добавьте спортивности при помощи пола. Оторвитесь в футболке с кожаной курткой. Ходите в приятных чинос. Конечно, не забываем про свои темные потертые джинсы. Надеваем casual ремень или вообще не надеваем ремень. Получаем максимум удовольствия от всех стилей часов. Так. Много. Различных. Стилей. Выйдите из зоны комфорта при помощи смешных носков. Отбросьте кроссовки. И попробуйте лоуферы или ботинки. Гораздо лучше. Ключевой фактор в casual стиле – это правильный размер. Можно ходить в повседневном стиле и выглядеть круто.